Мышерский или Ледокол Сибирь. Начинаем движение. Понял. Мышерский, начинаем. В такое время года еще никто не проходил здесь сквозь тяжелые многолетние льды. Удастся ли сделать это транспортному кораблю капитан Мышерской и ледоколу Сибирь, который прокладывает ему путь? Третий по счету, но первый в своей истории достижений. 16 февраля 1978 года в свой первый рабочий рейс вышел атомный ледокол «Сибирь». В этом же году близнец знаменитой Арктики впервые обеспечил круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. До сих пор это не удавалось никому. Зимой на пути судов вставал лед толщиной в рост человека. Треснуть должна, не трещит, сейчас треснет. Серьезный лед. Ну, вот трещина пошла по курсу. Значит, пройдем. Две атомные установки Сибири выдавали 75 тысяч лошадиных сил. Прочнейший корпус позволял взламывать или продавливать льды, которые сгубили не один корабль. Именно на этом маршруте 40 лет назад погиб пароход «Челюскин». Теперь же, благодаря атомной энергии и безграничной гениальности инженеров-кораблестроителей, арктические воды стали более доступными для мореплавания. За 19 дней Сибирь и капитан Мышерский благополучно прошли через 5 морей и вышли в свободные от льдов воды Чукотского моря. Магадан. 22 июня 1978 года. Казалось, весь город вышел встретить в этот день транспортный корабль. Впервые морским путем из далекого Мурманска моряки доставили магаданцам строительные материалы, машины. А ледокол после похода на станцию «Северный полюс-24» вернулся на свою обычную работу по проводке судов в Карском море. Об исключительном значении Северного морского пути для России говорили еще в эпоху Петра I, хотя о технических возможностях для хождения в северных морях зимой даже речи не могло быть. Это и летом-то было крайне рискованным предприятием. Затем, уже в конце 19 века, были попытки строить ледоколы и осваивать эти недружелюбные широты. Но лишь с освоением атомной энергии и построением первого в истории атомного ледокола «Ленин» появилась возможность обеспечить не только освоение и изучение Арктики, но и круглогодичное движение по Северному морскому пути. И хотя ледокол «Сибирь», созданный почти 50 лет назад, уже давно свое отработал, ему на смену пришел новый, еще более мощный корабль с таким же именем. Новая Сибирь относится к проекту «Арктика». Эти ледоколы оснащены новейшей атомной установкой, позволяющей преодолевать льды толщиной до 3 метров. Если реакторы, построенные в Советском Союзе, были рассчитаны на 25 лет эксплуатации, то новые агрегаты «Ритм-200» могут проработать минимум 40 лет, а дозаправка требуется раз в 7 лет. Самое главное, «Ритм-200» новые реакторы позволяют нам существенно снизить затраты жизненного цикла благодаря тому, что перезарядка атомного топлива у них происходит в 2 раза реже, чем у предыдущих реакторов. Таким образом, ледокол может находиться в эксплуатации достаточно много лет и, соответственно, без необходимых операций осуществлять переходы. У России самый мощный ледокольный флот в мире. Он действительно может обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Даже транспортировка собственных полезных ископаемых, добываемых в Сибири, оправдывает эксплуатацию такого парка кораблей. В 80-х годах по Севморпути перевозили 7 миллионов тонн грузов в год. В 2023-м переправлено 36 миллионов. По прогнозам, еще до 2030-х годов этот показатель поднимется до 80 миллионов тонн. На 20 суток короче дистанция, чем вокруг Африки или по Суэцкому каналу. 700 тонн по топливу экономия по суткам. Сутки это 20 суток это фрахт танкера. Северный морской путь это не самоцель, а это проект, который позволяет реализовывать стратегические проекты в арктической зоне Российской Федерации, в области газодобычи, газохимии, нефтедобычи,
редкоземельных металлов, позволяет решать вопросы связанности регионов. Ведь для нас, для Российской Федерации, крайне важный вопрос – обеспечить связанность регионов. События последних лет и месяцев только подтвердили, что арктический путь – самый безопасный в мире. Южные судоходные пути проходят вблизи конфликтующих стран Ближнего Востока. Северный путь проложен в безопасных водах одной страны – России. Северный морской путь – это единственная альтернатива перегруженному и напряженному пути через Суэцкий канал. Безусловно, СМП является суверенным проектом Российской Федерации, что Россия – это крупнейшая арктическая держава в мире, и любое сотрудничество на СМП с Российской Федерацией возможно только по нашим правилам и в тесной кооперации, в тесном согласовании подходов и планов. Для того, чтобы сделать Севморпуть безопасным на многие годы вперед, российские кораблестроители разработали и начали строить первый ледокол проекта «Лидер». Такого корабля мир еще никогда не видел. Специально для него разработана ядерная установка «Ритм-400», которая даст ледоколу мощность около 160 тысяч лошадиных сил. Судно может идти через лед толщиной до 5 метров. Корабли такого класса обеспечат не только безопасность торговых перевозок в северных широтах, но и помогут в более глубоком освоении русской Арктики.